Консультационный колл-центр по вопросам реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» создан в Дагестане. Напомним, республика является одним из пилотных регионов, где проходит реализация программы НСПД. Это позволит объединить все данные об объектах недвижимости и другие сведения в единый информационный ресурс. Для нас очень важно внести сведения о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зон. Ну, на старте реализации программы мы выявили ряд, я считаю, системных проблем. В созданном на базе ДАК-техкадастра колл-центре специалисты проводят индивидуальные консультации и оказывают необходимую помощь по вопросам реализации программы. В режиме реального времени на постоянной основе осуществляется взаимодействие по вопросам внесения границ населенных пунктов, подготовки правил землепользования, застройки, подготовки генеральных планов, выявление правообладателей объектов недвижимости.